Брюссель примкнул к другим мировым столицам в осуждении теракта в Париже. Депутаты Европарламента почтили память жертв расстрела в редакции «Шарли Эбдо» минутой молчания. Мы никогда не отречемся от ценностей свободы прессы и выражения, терпимости и взаимного уважения, сказал председатель Европарламента Мартин Шульц. На учреждениях Евросоюза и домах бельгийцев в знак одобрения работы сатириков написано «Я Шарли», говорит депутат от итальянского движения «Пяти звезд», который возглавляет комик Беппе Грилло. «Важно не забывать, что эти журналисты боролись за святую для нас свободу слова», сказала Тициана Бегин. «Но я также скорблю по этим людям, потому что человеческая жизнь – это самое важное». На минуту была прервана и работа Еврокомиссии. Корреспондент французской газеты «Le Monde» ожидает совместного ответа стран ЕС на происшедшую трагедию. «После терактов в Америке в 2001 году настала очередь Европы, и в ней были приняты превентивные меры», — сказал Жан-Пьер Стробанс. «Теперь, возможно, национальные службы безопасности перейдут к активным действиям, объединят свои усилия и будут лучше координировать свои операции на европейском уровне».